Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Мы знаем, что вы любите тему руднеков. Да, как и мы. Да, поэтому вот, пожалуйста, игрушка. Хорошо, в общем, у нас игрушка под названием... Руднек Раш. Спасибо, Юля, что вспомнила, нас сейчас тут что-то обучает. Дайте прокатиться, давайте без обучения, все. Все, в общем, как вы видели, на нас надвигается торнадо, смерч, не знаю, короче, как правильно. В общем, мы должны угнать как можно дальше, естественно. Да. Сейчас играет, если что, Мишка, я, может быть... В будущем тоже мы попробуем. По три раза будем гонять. В общем, ваша задача, понятно, что как можно дальше уехать, не врезаться, потому что, когда вы врезаетесь... А вот теперь отъезд, у меня щит фига, был. Миш, ну конечно. Че у тебя за машина? Это вот, чтобы монетки собирать. Меня прикалывает, что я так выращивал все это, как-то растил. А теперь, когда мне угрозы, пошли нафиг все из-под колес. Пошли все вон. Блин, тихо, они сами лезут к тебе. Нас уже нагоняют. Собаки реально атакуют нас сами. Они такие просто, понимаешь, они пытаются спастись. Ого! Здесь вот если бы здесь был магнит, кстати, ты прикинь, магнит все бы всю бы кучу. Вот ну, я думаю, вы поняли, что это Android игра, естественно. Да. Если что, то есть на мобильниках можно в Руднека превратиться и гонять, давить. Как там Миша что-то... говорит, управление приятное. Приятно. Я еще не знаю, но проверю. Ого, блин! Ураган видал, где позади? Ого! Вот это жесть. Вот так-то. Магнитик, возьми его. Слушай, я далеко уже зашел. Да. Ну-ка, отойди, король. Ой-ой-ой. А ну отсюда отъехал. Это он мне говорит. Конечно. Ай. Но, забор. Кура. И вот опять все потемнело. Мишка, гони быстрее. Свиньи. Только не в обоз. Козлы. Кто там? Но, Дрифтон. Забор. Но. А петух прям вцепился лапами в землю. Нормас. Можно за день. А я продолжу. Вот а я вот такой наглый. А, вот такой. Это, слушай, я такое чувство, как будто ты вот... Я продолжу. Видишь, тут уже камни какие-то. Ну, камни! Ну, конечно, это капец. Здесь ключики за рекламу вы можете получить. Да. Открывать машины, новых персонажей еще можно. Тут, да, и такое есть. Игрушка, конечно, там, как вроде написано. Да, она пока что в тестовом, но уже угорать можно просто в 10. Это 10. Точно. Че пристало? Миша, это... А, сегодня целый день. Делится эмоциями своими, ну, да. Просто. О, про... Не о, может их сдержать. Кто-то... Миша четко мимо всех монеток просто проезжал. Зато там. Сдавлю всех, кого могу. Но я конечно, если честно, смотрю на твои вот эти выкрутасы и финты. Я не уверена, что я смогу. Но это, если что, моя вторая сразу же попытка, говорю. То есть я продлил, значит, я использовал первую попытку. Так что не волнуйся, до тебя управление тоже им доберется. Все, да, монеты... только твой рекорд уже мне никогда не побить. Ну, мы тебе тоже ключ используем, почему нет? Да, погоди, как говорится, мне еще надо попробовать вообще просто доехать хотя бы. Все. Mission complete. Я миссию разбил, нужно было что там, шлагбаум что ли, типа, или что? Не знаю, может, какое-то определенное расстояние. Все равно меня догоняют. Кстати, хотел сказать, прикольно, что здесь еще и какие-то миссии. Я же в здании, гони, Миша, Миша! Ну, все, нас уже догоняют. Я почувствовала себя, как вот эти фильмы всякие про торнадо. Все. Овца! Все. Ладно, трактор. И сейчас шлеп. Тракторенко, ладно. Уже за два продолжить, а у нас три. У нас три, все. Ну, мы не будем. Ну, новое супер очко, то есть большое. Так, все время почему-то подключается. Ну, ладно. Вон меня, кстати, видишь, картиночка. Да. Так, мы можем в перейти меню. В меню? Я хочу другую машину. Вон, видно, вот это наш что такое? Крутой мужикан. Да, кстати, давай посмотрим. Опа, о, монеточки. А чего ж они нужны, чтобы открывать мы машины? Мы покажем аппараты, какие вот есть. Вот это было изначально, у нас уже зелененький открылся. Ого, Делориан. Да. Пока не видно, как сказать, мафия, сколько машина. Они стоят. Да, видимо, нам все это потом. Нам тачка будет. Выпала откуда? Из какого-то награды. Да, тут кейсы есть. Какого-то. Ну, вот еще персонажи есть вот, тоже. Вон, Юлиан что тут делает. Вот, это Юлиан тоже что делает по утрам. А вот это Мишка в старости был. Слушай, здесь персонажи, это знаешь, на кого похожи? Пиппи, это Пеппи Длинный Чулок. А мне вот другого персонажа. Да, она рыжая, с косичками. Торндери, как его? Да, Торнбери. В общем, понял, но да? Но нет, это реально Пиппи, Миш, ее зовут. Ладно, Пиппи, Пиппи, Длинный Чулок. Кику, ладно, в общем, машину выбираем вот эту, Юля. Правильно? А, я ее не выбрал. Надо play нажать. Все, обязательно. Так. Ой, да, кстати, ты готова? Какие-то задания? Нужно еще тебе деревья сшибать. Ясно? Понятно. Ну, это легко. Ну, просто управление влево и право. Если что, это мой первый заезд. Так что не судить строго. Все, надо... Прикольно, здесь управление реально крутое. Проверить, как вообще так, тут так, минус что? Овца, минус груз. Нормально, да. Я тебе говорю, удобно. Ну да, в принципе, на удивление. Я тебе ключ использую.
посмотрим, кто из нас. Это пока тестовый, ты можешь проиграть, ничего страшного. Ну а что, слушайте, не дофига ли предметов тут? О, здание ты снесло, оказывается. Миш, ну ты видел? Не надо ключ использовать, не надо. Так не буду, а зачем? Зачем ключ? Я сейчас. А то я так мало. Да и подключены мы уже. О! Вот, спасибо. Давай. Только зачем нам сейчас монеты? Давай, все, я готов. Обалдеть! Вот это да! Бабай! Клёво. Как там этот еще делал? Да, я ладно, так не умею. Это тоже из. Кто-то еще даже не родился, когда это фигня. О, была, надо собирать побольше монеток, сказал Юля, пропустил после этого кучу. Ладно, газуй, самое главное. Ну, кстати, вот на вот ней это сменилось. Вот. Так, что там надо сшибать? 8 деревьев. Ну, блин, ну, конечно, да. Там за счет сбивания вот этих деревьев очень сильно тормозишь. Но зато ты выполнишь задачу, правильно? Да. У тебя еще есть возможность покататься. Так что... Корова обшла, вон! Пока без деревьев, а то тебя засосет. Да. Хотя деньги я так и не понял для чего. Все разошлись, Юля едет. Что-то для Юли миссия какая-то адская. Ох, как четко ты обошла. Но походу вот здесь будет хана. Здесь не знаешь, что тебя ждет. Блин, вот на заборе. Вот, кстати, в амбаре заборы какие-то адские. Ну что, давай последний разочек ты прокатишься, а потом я хочу на автобусе. Но я, кстати, удивлена своими, как сказать, успехами. Ты готова ехать снова? Ой, у нас еще что-то. Это еще каждый раз, что ли? Монеточки сейчас будут. 240, так, мы сможем открыть сундук. А, он за деньги открыл? Стой, а мы еще прокачиваться можем. Слушай, пропустить. Да. Ну мы зачем ее? А это что такое? Понятно. А и что открыть-то? Почему ты решил, что... А сундук потом можно будет открыть в конце. А мне кажется, проедем. Задание сделаешь? А мне кажется, что нет. Ну ладно. Езжай так. Ну я попытаюсь, сколько там надо? 7 яблонь. Тебе еще 6 сбить. Не забор. Уже темно стало, ну ё-моё. А забор он жестче всего. Так, одно есть, аккуратней. Так. Еще осталось пятюню и все будет. Блин, так, ну собак. Здесь это Анриел. Не, гора как пес улетает. Так, молодец, вправо. Так. Главное, монеты через забор. Ну как? О, бери. Отлично, всё. Дайте монеток, так. Можешь сносить все подряд просто. Ну, на всякий случай, ну, все-таки не буду. Блин, что-то ты монет плохо собираешь. Как тебе управление-то? Но мне нравится, ты видишь. Оно не такое, как бы, пьяное. Оно именно какое-то такое мягкое. Я могу мягкое справляться, то есть ты понимаешь, что да, ты делаешь. Да, просто миссии а корявые. Хорошо, нет. Даже монет не добрал. А теперь главный реднек запутал. Да. Так, ну монеты ты и... Ты мог бы продолжить. Ну и зачем? Ну не будешь, зачем? Да подключи. Вот видишь, я же говорила, после того, как проходишь. Ладно. Проезжаешь. Ключа 3 аж. Ну. Слушай, а вот мне интересно. Допустим, вот у нас есть какая-то... Где там, что там? Где там? А, какая-то прокачка. Армор. То есть более крутая можно, ракета. Типа, круче мне сделать. Кажется, она, видишь, более длиннее действия. Наверное, да. Не знаю, нужна она, не нужна. А у тебя 6, ты можешь в любом случае хотя бы одно что-то прокачать. Я поехал. Миша лучше будет не знаю, дольше, вдруг... как сказать, держаться на трассе. Да, ну, да, бедный да, зайчишка. Вот так, собака-то, иди. Виша, не... Ну, тут за... действительно, вот мне это вот нравится, как так-то? То, что тут очень понятно, это все лишнее. Да, очень понятное управление, ехал. Реально. Управление. Миш, давай это, сбивай это. Корова, раз, дерево, два, три. Ой, быстрей. Все, терминатор. Давай. Быстрей. Помогите! Но, сколько ты сбил? Сейчас посмотрим. Я думаю, не проблема это посмотреть. Главное, сейчас подключиться. Как же без подключения? Подключились. Так, с заданием. 2 дерева. Еще 2 осталось. Ой, надо было play нажать. Чё я? Нажимаем. Видишь, сейчас не дали, я доехал. Где сундук? А потому что нет монеток. Нет монеток. Нет. Там а куда монеты деваются? Так у нас 140 был после того, как мы сундук открыли. Так нет. А, сундук... А, все, прости, я думал, в сундуке деньги. Это не стоит 300 монет. Нет, деньги в этом, как его зовут? Деньги в... Который на полу холодильнике валяется, синий, да. Да, все. То есть, все, понятно. Все, Юля, мозг. Магнит шикарно работает. Ни на что называется. Фу. Капец. О, 2 дерева. Отлично. Смотри сразу, сколько монет дали. Ну, отлично. Типа в 2 раза больше монет дается, Миш. Ну, это тогда, когда... О, тогда, когда надо. Все, поедем. Ой, ну не страшно. Если что, сможешь продолжить. Еще.
Отлично. О, вот это отлично. А что ты уже... А, ты вот видал цвет из-за того, что ты это... Щит ты взял? Да, щит. Ну, ты молодец, что заметила вовремя. Потому что я была очень увлечена... Дорогой. Дорогой. Блин, овца, офигеть. Фига она подлетела. Так, пес, не мешайся. Все, прищемил. О. Ну-ка, кур, отойди. Отлично. Я от него отъезжаю. Ох, мы сможем открыть кучу. А я ведь с одним ключом. Еще покажешь. Ай! Нет. Ты можешь, если что, сейчас воспользоваться. Да, но я не хочу сейчас держать. Но Мишка сумел. Поезд, ты дурак, что ли? Блин, месяц. Так, стартанем. Да, давай еще разочек. Хочется еще раз прокатиться. Ключи, заводитесь. Отлично. Мишка в стратосфере. Я боюсь упасть. Вот понятно, для чего ракета, чтобы ты побольше реально. Точнее, прокачивается ракета. Три собаки надо расширить. Здесь вот дурацкое место. Что еще? Ой, я что-то не успел. Ракета! Слушай, здесь какой-то мультиплеер есть, я что-то не понял. Не знаю. Не, там было умножение. Ай-яй-яй-яй. Они исчезли. Ну-ка, животное, отойдите. Все в разные стороны. Слушай, уже, по-моему, рекорд. Да, это рекорд. Причем нужно отдать Мишке должное. Он, ну, практически, вот реально, вот это даже попытка, ее можно, по-моему, даже не засчитывать. Ты без нее, по-моему, побил свой рекорд. Ну, я имею в виду, может быть. А у меня 2x, может быть, Юль был, вот я и побил. Нет? Не знаю. Ракета была, я ее пропустил. Я бы сейчас очень сильно удрал. Ой, да, кстати. К сожалению. Но. Еще не все потеряно, гони. Не потеряно. Поезд, пожалуйста, не... Поезд сделал бум! Не сделал. Ну... Собака готова. Смерть. Ё-моё, как будто это рыгнул. Все, о, видишь, уже маленький. Забор, тихо, не мешайся. Ну, слушай, настолько удобное управление, что видишь, как я маневрирую. Это точно. Не вот бомбара вся. Вот фишка. Это да. Весь подвох, скажем так. Ракета! Yes. Все, по-царски. Капец, Мишка, ну ты вообще царь во дворце. Ой, ну, не так страшно. Нормо, зато без ракет тебя бы точно зацапало. Пипец, я угнал. Офигеть. 5000 уже, поезд... капец. Ой, все. Ого, корова, кстати, все из-за тебя будет сейчас. Ух, блин. Жесть, корова. Странное пятнистое животное, блин. Ну, слушай, все. Мы можем сейчас кучу открыть контейнеров. Наверное. Ну, сейчас посмотрим, что. Ну, давай хотя бы один открыть. Так, реклама закончилась. Посмотрим, что мы получим. Супер тачку, женщину. Так, а у нас еще есть? Наверное же есть, правильно? Ну, ты, скорее всего, можешь их использовать. Слушай, а у нас где все деньги? Сбрили. Все, у нас нет, у нас 84 минуты. Ладно, на этом мы закончим. Обязательно попробуйте стать реднеком, погоняйте. Да. Ну и все. Пишите свои рекорды, если что. Да. Ладно, ребят, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.